Представители посольств государств Африки посетили Казанский университет, чтобы оценить возможности, предлагаемые учебным заведением для сотрудничества и студентов из своих стран. Несомненно, нет лучше образования, чем образование в России. Мы надеемся, что из Африки будут приезжать больше наших студентов. В Казанском университете продолжается вакцинация против COVID-19. Через 21 день, когда мы его вакцинируем, на следующий день также появляется дневник и сертификат с QR-кодом гособразца. Спаси жизнь, стань донором костного мозга. Куда обратиться, чтобы сдать анализы на донорство? Наш такой маленький шаг может стать большим шансом для кого-то, и нужно им воспользоваться. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Илюза Шарифуллина. Казанский университет посетила делегация представителей посольств Кении, Уганды и Зимбабве в России. Смотрим! В вузах растет количество студентов из стран Африки. В России и Советском Союзе было подготовлено около 150 тысяч африканских специалистов. Послы из Кении, Уганды и Зимбабве посетили Казанский университет, чтобы оценить возможности сотрудничества и условия, предлагаемые для студентов из своих стран. Образование – это фундамент развития. Мы всегда ищем возможности, чтобы за границей училось больше наших студентов. Сейчас здесь только 2 студента из Кении. Основываясь на том, что мы увидели, надеемся привлечь больше студентов и тем самым способствовать экономическому развитию нашей страны. Я не первый раз в Казанском университете и приезжаю каждый раз, когда меня приглашают, чтобы узнать обстановку во время визита. Несомненно, нет лучше образования, чем образование в России. Мы надеемся, что из Африки будут приезжать больше наших студентов. В рамках визита гостям провели ознакомительную экскурсию по музею истории Казанского университета. Ариадна Кугушева, Булат Садыков, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс. В Казанском университете продолжает свою работу выездная бригада университетской клиники по вакцинации против COVID-19 студентов и преподавателей вуза. Все подробности далее. Прививочный пункт вновь был организован во втором учебном корпусе Казанского университета. По словам врачей, с каждым днем количество желающих вакцинироваться растет. За один день здесь было привито порядка 100 человек. Наступает лето, сейчас немножко карантинные меры ослабляются, поэтому будут, конечно, путешествия, будут командировки. И вот я лично хотел бы защитить себя и семью. Сейчас очень много различных вирусов, инфекционных заболеваний. И просто отсиживаться, ждать, пока это само собой пройдет, ну, наверное, не самый удачный вариант. И в то же время, если нашли вакцину, которая подтверждена многими опытами и получила международное признание, то почему бы не воспользоваться возможностью и сделать прививку? Напомним, что прививка делается дважды. После введения первого компонента вакцины «Спутник Ви» должен пройти 21 день. В течение этих 3 недель пациент может вести дневник самочувствия на портале госуслуг Российской Федерации. Через 21 день, когда мы его вакцинируем, на следующий день также появляется дневник и сертификат с QR-кодом гособразца. Если у пациента нет в госуслугах, либо он не зарегистрирован, то мы выдаем ему справочку в поликлинике той, которую его вакцинировали. Он должен подойти и забрать справку о своей вакцинации. Желающие привиться также могут обратиться в университетскую клинику по адресу Вишневского 2А. Запись по телефону 233-3000. Перед приходом на вакцинацию стоит помнить и о противопоказаниях. Возраст до 18 лет, беременность, обострение хронических заболеваний и острое состояние. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем 5000 россиян. Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран. Но найти совместного донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создать национальные регистры. Так, в 2017 году Казанский университет и благотворительная организация «Русфонд» создали свой национальный регистр. Для того, чтобы стать донором костного мозга, необходимо сдать кровь или анализ буккального эпителия. Куда обратиться, чтобы сдать анализ, расскажем в нашем сюжете. Наряду с Казанским университетом, руководством медицинских центров здоровья семьи было принято решение присоединиться к акции «Спаси жизнь, стань донором костного мозга», где каждый желающий может пополнить национальный регистр путем анализа буккального эпителия щеки.
В наших сети клиник проводятся вот анализы для того, чтобы найти неродственного донора. Да? Анализ проводится достаточно легко. Берется мазочек соскоб с эпителия, с букального эпителия щеки. Затем этот анализ уже передается в клинику Казанского федерального университета, где в лаборатории полностью проводят там генотипирование, фенотипирование и выявляют, является ли этот донор, да, по каким-то параметрам генетически совместимым с пациентом. Первыми, кто откликнулся на акцию, стали студенты Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. В первую очередь мы сами учимся на врачей и понимаем, что это важно и полезно для других. Что бояться этого не нужно. Наш такой маленький шаг может стать большим шансом для кого-то, и нужно им воспользоваться. Это необходимо сделать каждому, чтобы была возможность у ребенка, так как шанс совпадения очень маленький, и чем больше людей, тем больше возможностей для детей. Стать донором костного мозга совсем не сложно, но есть некоторые противопоказания. Если вам от 18 до 45 лет, у вас нет серьезных заболеваний и ваш вес больше 50 кг, шанс встретить своего генетического близнеца 1 на 10 тысяч. Поэтому очень важно, чтобы доноров в регистре было как можно больше. По адресам, которые вы видите на экране, можно прийти и сдать анализ букального эпителия с хэштегом «Хочу в регистр». Всю информацию можете узнать по телефону 204-2700. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз. На фестивале научно-популярного кино «Future Doc» прошла мировая премьера фильма «Пространство Лобачевского». В Пермь приехала директор Института математики и механики Казанского федерального университета Екатерина Турилова, которая представила картину вместе с режиссером. О том, когда мы сможем увидеть этот фильм в прокате и кто выступил с инициативой по его созданию, узнаем в нашем следующем сюжете. Мы в музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. Именно здесь проходили съемки фильма «Пространство Лобачевского», который в широкий прокат выходит уже с 11 мая этого года. Режиссером выступила автор десятка документальных фильмов, выпускница режиссерского факультета в ГИКа Екатерина Еременко. Для меня документальное кино ценно тем, что я люблю снимать людей здесь и сейчас. С «Пространством Лобачевского» это первый раз я обратилась к исторической теме. Я не люблю, мне кажется, немножко дешево снимать, знаете, когда вот эти дешевые реконструкции, когда люди в каких-то париках с припудренными носами бегают, изображают из себя какое-то древнее время. И мы придумали снимать современное время, современных людей, и делать так, как будто бы Лобачевский только что тут был, вышел в соседнюю комнату. И очень актуальная интерпретация этих событий прошлого в наше время. Предложение стать режиссером фильма о Лобачевском поступило ей от шеф-редактора авторских телепрограмм Казанского федерального университета Юрия Алаева. Мы с ней познакомились, я сделал интервью с ней для «Универсмотри», побеседовали, и потом уже вне эфирного времени, обсуждая разные перипетии, у меня возникла такая идея, я ей предложил, Катя, а вот математика, почему не посмотреть, вот, например, у нас абсолютно неординарный был ректор, Лобачевский. На этом заинтересовалась. Математическая тема близка Екатерине Еременко. Она выпускница с красным дипломом механико-математического факультета Московского государственного университета. И были даже планы продолжить образование по этому направлению, но в итоге по семейным обстоятельствам отказалась. Работала в модельном бизнесе, на телевидении и параллельно закончила мастерскую кинорежиссера Марлена Хуциева. И как-то мы какое-то время спустя перезвонили, связались опять, стали обсуждать уже более детально, что может быть, как может быть. Ну, где-то вот полгода ушло на разные эти переговоры, утряски. Я предлагал какие-то сценарные ходы, она какие-то вещи предлагала. Потом началась работа непосредственно над фильмом. Я обговорил это с ректором, он это воспринял, я бы сказал, с оптимизмом саму идею. Вот и мы его сделали там за почти год, наверное. В самой картине Екатерина Еременко общается с учеными из Германии и России, отправляется в Казань, где Лобачевский совершил свои научные открытия. Этот фильм в первую очередь о современной России через призму истории XIX века, где Гаусс,
Кант, Магнитский и Николай I перестают быть именами из учебников. Мы в императорском зале Казанского федерального университета. Именно здесь, в декабре 2019 года, впервые был показан фильм «Пространство Лобачевского» на вручении премии имени Николая Ивановича Лобачевского. Зрители узнали, почему математик похож на кактус и почему Лобачевский назвал свою геометрию воображаемой. Илья Андреев, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета прошел республиканский научно-творческий конкурс «Если хочешь затронуть душу народа» в честь великого поэта Габдуллы Тукая. Все подробности далее. Конкурсанты прочитали стихотворение собственного сочинения, стихотворение самого Тукая, переведенное на другие языки, а также представили научные работы, связанные с творчеством поэта. Это уникальное мероприятие, потому что практически у нас нет площадок, где собираются вот представители разных вузов, то есть и высших учебных заведений, и среднеспециальных учебных заведений. И поэтому на базе Казанского университета мы такое мероприятие с удовольствием проводим и надеемся, что и в дальнейшем мы выйдем на международный уровень. Стихотворение Габдуллы Тукая на татарском языке прочитали и иностранные студенты. Сложностей у них не возникло, ведь помогли им их преподаватели. Когда я приехал в Россию, я посмотрел его, и как русский стих Пушкин, как татарские люди любят Габдулла Тукая. Сегодня я рассказала стихи «Бала Белен Кубелек». Победителей конкурса наградили дипломами. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Илюза Шарифуллина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!